Ребятки, всем привет! Мы, как всегда, на пиратской шхуне. На пираты на пиратской шхуне. Мы сейчас будем кушать. Нам здесь уже приготовили еду. Давайте посмотрим, что нам сегодня будут. Это вот, кстати, та самая курочка, которую мы видели, как готовится. У нас такой салат, смотрите. Сделали хлебушек. Ну, наверное, еще что-то будет. Вот здесь приборчики, тарелочки, все чистенько, все чинно, мирно, благородно. О, повар наш, спасибо. Это у нас макароны. О, очень вкусно. Мы, по крайней мере, видели, как это готовят. Это здорово. Вот Вовчик был когда-то таким же красивым и молодым. Это было очень давно. Вот, в общем, видите, здесь вот мы сейчас будем кушать. Ладно, сейчас наберем и поболтаем. Да. Приятно. Приятного аппетита, да? О, приятного аппетита тоже. Спасибо, спасибо. Вот так вот. Приятного тебе аппетита. Там, кстати, там, видите, очередь, то есть они как бы регулируют, чтобы не все сразу были. Чтобы там это не было столпотворения. I love. Надо, кстати, вот здесь руки можно дезинфицировать, кстати, очень полезно. Напиточки разносят, видите. Там уж прям очередь выстроилась. Куда-то регулятор не дает в заднем ряду. Говорит, вы идите в последнюю очередь. А, видите, чай. Выливают напитки. О, файт. Жалко, что нету чая. А горячего чая нету? Горячий чай. Чай. Есть сейчас? Чай. Есть? Да. Отдельно? Ну, это платно. Только платно? А сколько стоит? Пять лир. Фига себе у вас чай. А что так дорого? Это 5 лир, это дорого, что ли? 5 лир за чай. За чай. Да. Так что там пить-то, что там? Ладно, это по правильно, да. Ты видишь, это мой Ламборджини? Ваш Ламборджини? Ламборджини. Да, вижу. Нет. Мой Ламборджини видишь? Нет. Смотри. Давай, покажи Ламборджини. Что там? Что там? Ламборджини, да? Да. Где? Сейчас. Сейчас прибежит, да? Да. Прискочит? Ой, Ламборджини! Ой, не могу, блин. Ламборджини? Я бы хотел! Короче, где-то оттуда Ламборджини его. Верю. Все, верю. Нет! Чего? Отойди! Да? Скоро тут. Скоро сейчас приедет, да? Да! А он же обычно по дорогам ездит. Ну, если да. Там... А, у вас это морской? Морской? Морской Ламборджини? Так, ну-ка. Это 2020 год. Новый год. Супер Ламборджини, да. Хороший. Не надо. Не надо. Все, пока. За чаем, пока. Приятного аппетита. Спасибо. Вот такой у них Ламборджини. Веселый мужик. Здесь фиксировано накладывают. Видите, вот это раз. Каждому по чуть-чуть, понемножечку. Кажется. Но можно, наверное, подойти, если кто-то не наелся. Сейчас сразу две потащу. Ребятки, смотрим, вот такой у нас сегодня обед. Одинаковый обед. Курица, которую мы видели уже. Да, мы, кстати, видели, как ее готовят. Так что все хорошо. Да. И готовим достаточно вкусно. Вот. Вот такая вот еда. Паста с томатной пастой. Паста с томатной пастой. Короче, да. С зеленью и салатиком такой вкусный. В общем, как говорится, приятного нам аппетиту. Фанту одну, а тебе еще? И колу. Фанту, кола. Да. И рома туда. Ром есть? Есть. 20 лет. Спасибо. Три. А колу? Колу обещал. Так, вилки. Все хорошо. Какая вкуснятина. Пятерки сейчас. Так, чуть-чуть можно? Бери аглата, гумышки. Все. Бери аглата, гумышки. От души, да. Все, тебе еще второй? Окей? Все, окей, thank you. Так, ну что, давайте пробовать. Шам нас тут сегодня почивают. На пиратской, понимаешь, из шкуни. Давай, так. Пиратов. Все, спасибо. Это была превьюшка. Мы сделаем ее все красиво. Вкусно? Горячо? Салатик немножко острый. Берем. Походные условия. Уже холодненько.
популярно, да? Да. Мы четыре кера берем, подчем. Они прямо это порцию накладывают? Их тарелка? Да. Хочешь, ты берешь. Макароны фигачат, я говорю, ой, много. Он говорит, разве много? Ребят, для них вот нормальная порция. В принципе, порция такая хорошая, да? Не скупятся. То есть они всем по одинаковому накладывают. Причем раскладывает прям сам повар. Видел, какой он прикольненький? Ты когда такой же был, да? Маленький, худенький. Да. Что с тобой стало? Как тебя жизнь помотала? Отъелся. Ну, наверное, тоже здесь не первый год уже работает. Все так это качает, прям так. Море волнуется. Я тебе могу сказать так. Когда ты работаешь на кухне, ты не худенький. Смотря на то, что... Пробуешь. Да. Как только перестаешь, уже отъедаешь. Потому что дело в том, что там пробовал и бегаешь. Вот сюда, вот сюда. Кстати, как нам все это дело готовили, можешь посмотреть в предыдущем выпуске. Да. Да. Кстати, еще раз, это второе, кстати. Мы заглянули за кулисы, да. Как это все готовится. Да. Готовить все при запарке. Все на корабле. А еще раз хотим отдельно выразить благодарность Алие из Seven Tours. Она именует себя лягушка-путешественница. Вот, у них свое агентство по организации экскурсий в Турции. Вот, так что кто-то, если собирается, цены очень хорошие, все качество. Мы проверили уже вторую экскурсию. Вот. Да. Даже еду дегустируем. Они, кстати, тоже проверяют все экскурсии на себе. Да. Вот. И нас привлекли. Алия. Говорит, нам нужны профессионалы, именно в частности еды. Вот нас, видите, пригласили продегустировать еду. Не только. А мы, видите, даже мы же пираты, мы даже на кухню залезли. Экскурсию. В общем, вот так вот. Ссылки все в описании. Подписывайтесь. Да, ребята, самое главное. Не пропустите розыгрыш кофе с шоколадом. До 1 апреля, кто подпишется, примет участие. Ты прям гуляешь. Еще ходит? Салат? Нет, спасибо. А, видите, уже, кстати, ходит, видите, разносит остатки. Да. Вторую порцию, кстати, повар. Он такой молодой, красивый, да. А мне прям нравится, молодец. Потому что он, если проголодался, ешь еще. Не, нам не надо, спасибо. Салата. Ну что, не блин, наелся? Салата. Ну да, сейчас нам блин я перестаю. Ну, мы тогда, кстати, были на экскурсии так подобные в Таиланде. В принципе, было так же, в принципе, да? Только там обед был внутри и закрыты окна. Вот. Там был типа шведский стол. Да. Ну да, там был как бы выбор больше. Но здесь, может быть, из-за того, что сейчас это не сезон. Получается, сейчас здесь всего лишь пол яхты, знаете. Я бы сказал, из-за пандемии. К сожалению, она коснулась всех. Есть салфеточки, все хорошо. Туалет чистенький. Да. Для меня туалет очень важен. Я его проинспектировала. Видите, чай тут платный. Ну, как кола, платный. Вода, кока-кола, спрайт. Такие напитки, они бесплатные. А вот всякие чаи, там алкоголь, он платный. Пиво 30 лир. А так оно в магазин за 14. Чай 5 лир, да? Ага. Вообще кофе не 15 лир. А салат прям как ты делаешь. Только видишь, они еще туда специи добавили, такие как это, сушеные. Да? Нет, здесь... Огурец, помидора. Помидора, капуста красная. Да. Что-то еще. Тут это перец чумовый. Да. И зелень. Ну,
уже макароны холодные. Но лично у меня не холодно. Я их подогрела. Там, кстати, очень многие это, греются в каюте у капитана. Быстро остывает просто. Ну да. Ветер гуляет, остывает. Уже не греются, они много едят. Все достаточно жирно. Ты как бы масло добавлял? Красок? Обильно так. Ну, чем канистры у них какие здоровые, да? 10 литров. Как выгоднее брать? Не то, что выгоднее. На корабль обычно берут на неделю продукт. У тебя 10 лир есть? Да, может, горячая возьмем, да? Нету, на сотку только. Холодно. На сотку. И 5 лир. Давай я с поваром договорюсь. Чего? Вот или ты подоговорись. Ты скажи. Я твой брат. Я же это, такой же, как и ты. Ты и я одной крови. Да, да. По-братски налей чайку бесплатно. И там, ну, там есть на полочке чарочки. На камзе. Тарелка, кстати говоря, пластиковая. Чтобы не разбили. У них, кстати, салат остренький такой прям сейчас. Такой нормальный. А их микроволновки нету, можно я где-нибудь погрею? Нету. И меня туда засунуть, пожалуйста, погреть. Но нам сейчас, мне кажется, сейчас мы это еще часик в обратный путь, да, и все. Сейчас, здесь сейчас будем стоять, обед. О, она прям прыгает, смотри, с этой. Да, я знаю, там пляж. Отчаянные. Домохозяйки. Они уже приняли. Да, кстати, вот я сейчас это разговаривала с нашими зрителями. Оказывается, они нас еще знают по Первому каналу. Видите? Как говорят, ой, а я вас видел. Я говорю, а где? Почему-то, знаете, мне очень отмечает то, что все нас знают еще по Первому каналу. Да, помню. Хотя у нас здесь все тут тоже есть. Ладно, если ты хочешь, я могу тебя оставить, потому что я не очень хочу есть. Чего? Я... Нет, это очень вкусно, но для меня это очень жирно. Да-да-да. Очень остро. Я как бы не очень хочу переедать, я лучше ночью поголодаю. Чем будет это? Я потом буду мучиться. Так что вот эту вот тарелочку. Я кстати, еще мяско. Вот я даже мяско не ела. Практически. Я оставлю, отдаю тебе. Ты у нас это. Вован, кстати, видите, одел без этого, без рукава и замерз. Я вот одела специально с рукавом, он получше. Но вообще, видите, когда вот они всех покормили, они предлагают еще добавку. Хорошо. А я, кстати, не особо есть тут. Там ты делал. А мы, кстати, по этой бухте вчера ехали, да? Нет, мы вон там ехали. Дорога. В Алании. Mm-hmm. Как раз здесь начинается Алания. Там как раз знак не стоит. Там дальше. Алания. Не, ну вот эти вот яхты, спидботы, надо реально большой компании собрать. Человек 15, 20. Там нормально. Там два человека на такую яхту гоняют. А там пофиг, там 750. Это стоит такая эта яхта. На, 750 долларов? На 5 часов. И там это пофиг, это сколько? Двое, трое, четверо. Я смотрю на нее, я чувствую погоду, я думаю, а нафиг нам такая яхта была? Мы бы точно так же ходили бы и мерзли. Тут, кстати, лучше, Саша. Может быть, это где-то спрятаться. А эти где? А, вон они. Там мангальчик сзади, а здесь нету. Нас, прикиньте, нас сейчас яхта одна подрезала вообще. Вот она, короче. Вот это подрезала. Вот, как раз подрезала. Это как это, местные, там это, как на приоре. Да, типа. На приоре. Вещи горе только априори. В том-то и дело. Они подрезали. Да. А вся фишка в том, это туда. Она потяжелее будет. Да, пока не особо остыла. Пока не замерзла. Хорошо. И твой это. Че ты? Ванна все губы.
здесь, о, смотрите, о, смотри, как это здорово. Смотрите, здесь соль, и она, видите, с рисом, видите? И перестать. Чтобы не ссыхалось, чтобы здесь, комочек не было. Рис, да, комочек не было, плюс рис, он это, оттягивает влагу. Здесь же все-таки это, морская прогулка-то. Здесь вся ена влажная. Влажная, да, повышенная. Здесь вот перец и соль, вот видите? Нет, пылька, конечно, есть, но нормально. Нет, просто мы в Таиланде были, там, по-моему, было грязнее. Здесь как-то почище больше. То есть они ухаживают за этой яхтой, и прям молодцы. Ее моют. Да. Туалет, кстати говоря, очень чистый. Бумага есть в туалете. Все хорошо. То есть для нас вот таких вот... Я достаточно щепетильный человек в этом плане. Поэтому я как бы все в этот момент нюансы проверяю. Господи, они прям купаются, вообще пипец. Как же им не холодно, я не понимаю. А получается все в эту бухту, да? То есть у них один маршрут? Рассказать секрет. Алкоголь. Какая ты догадка? Алкоголь, ты меня называла. Алкоголь. Там пока не шли сюда. Теперь мы уже столько приняли. В их крови. А, в их алкоголе крови не обнаружено. О! Гася, прям тут у нас прыгнули. Пошел купаться. Ну-ка, поднеси там. Кто там? Ой. Уплыл. Все, давай. Сзади тут. Да? Пловцы. Уже тут? Ой, ну это тоже из разряда того же, что почему так тепло? Почему так? О, да. А, да, да, да. Ну они там наверху, это прямо из бутылки. Из полторашечки. Да, из полторашка, да. В отель, видать, взяли. Не, не знаю. Ну понятно, почему тепло. Здесь полтора дни продают галинам. Ну, видишь, все, раз. Все, убирают. Ну, там красиво. Будешь подъедать, будешь салатик? Угу. Тебе понравилось? Вкусная еда? Я думаю. Ну, я говорю, не, вкусная, но для людей, у которых слабый кишечник. У меня, тем более, после вчерашнего излияния, так сказать, еще... Алкоголя. Я не совсем. Я немножко воздержу. Здесь у меня праздник дней выскочит. Ну, если что, мы тебе купили. Да, учиться, сейчас... да? О, кстати, смотрите, как они все делают. Сождите. Все обрабатывают, видите, вот, чистят, да, молодцы. Молодцы. Видите, вот так все чистенько. Все хорошо. Все вытирают. Я к тому, что здесь очень хорошая антисанитария, хочу сказать. Наоборот, санитарные условия, да. Есть хорошие антисанитарии. Короче, у меня поняли. Я как скажу, так скажу. Я же как ляпну, как ляпну. Нет, вообще они молодцы. Так, да. Так, не, они молодцы. Видите, вот раз, все, вытеру. Все. Красавчик. Молодец. Все. This is for fish. А, for fish? А. Что-то для рыб. Короче, понятно. Не напрягайся. Это как это, знаешь, это говорит, я тебя не понимаю. Не волнуйся, я тебя тоже. Я тебя уже плюнул, да? Это тоже не понимаю. Ух ты, у них там прям танцы, да? И там прям дискотека. Дискотека. И там чисто мужики играет. Одни, да. Нет. Близнинка играет, да. Нет, по-моему, мужики одни. Нет. А бабы, наверное, нет. Там это загорают. Там вон женщина ходит. О, раз. Вон женщина, видишь? Ага. Одна. Ну, в общем, вот так. Ну это так. Да. Лирик. Что, все, макарон не будешь? Сняли яхту, все, гуляют. Макарон не будешь? Нет. Давайте, ребятки, за все хорошее. Сейчас с нами встречается. Ой, у нас прям насыщенная такая экскурсия вообще получилась. Интересная. Интересная у нас вообще поездка в Турцию. Ты руками-то лучше бы мне там не рыться бы. Ты мыл руки? Да. Ты не дезинфицировал? Несколько раз. Молодец. Умница, дочка. Сейчас можно еще. Никакая эта штука и неинтересна. Она вроде как спирт. Спирт быстро улетучивается, и там, видишь, руки мягкие стали. Кожа. Губы помажь.
Нет. У тебя это сопли все. Опять. Это ты содрал. Нет. Это то, что настоялся. Это ты говоришь, а близне. Не надо близне. То, что настоялся, да? Не, ну прохладно вообще. Я не знаю, как там Габан вообще. Что, все, я согрелся. Согрелся? Я сейчас покушал. Это, если ты горячий щепот. Это в топку закинул. Так все, сказать. Да, 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 все. Вот такой вот у нас ужин. Это обед, ребятки, да. Обед. Ланч. Да. Ланч, да. На покушали. Пиратской яхте. Да. Всех пиратов да. Подкрепили. Всех подкрепили, кого-то там даже да. Двойной порции. Поехали дальше. Главного пирата. Да, у нас этого главного нет. Фанта-колы с пиратом. Ну, вот. Ладно, ребятки, если будет что-то еще интересненькое, я подключусь. Вот, у нас начинается опять музыка. Извините. Вот, тех ли мы всех целуем. Смотрите следующие выпуски. Мы, как всегда, в эфире на канале Пиратская жизнь. Еще раз спасибо Seven Tours. Еще раз спасибо Seven Tours за то, что они нас сюда пригласили. От души по-братски, да. Ребята, от души по-братски, подписываемся, ссылочки все в описании. Вообще, да. Залетаем, да. Подписываемся. Все, всем спасибо, всем пока. Иначе увидимся. Вам кофе не видать. Да, пока.